Всем привет! Второй день мы ходим по грибы. Картошку мы не стали копать, потому что земля очень много напитала влаги. И прям вот стоишь там, проваливаешься. Находимся мы в Мусорском лесу. Вчера мы были в Ташлинских лесах. Решили попытать удачи здесь. И вот первый гриб. Это зонтик. Съедобный гриб, ребят, это не поганка. Ну и нашли опят. Вот смотрите, как они растут, эти опята. Вот они, красавцы. Будем их резать. Вон, 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 прям рядом они пошли. И вон еще много здесь их. Будем резать. Ну, если уж нам попался зонтик, то я думаю, может быть, на жареху наберем. Ходили мы, ходили и нашли землянку. Кто-то эту землянку вырыл, кто-то жил, наверное. Ну, в наших лесах много таких диковинок, скажем так. Кем они были построены, для чего, пока неизвестно. Ладно, дальше смотрим, что мы найдем. Нам улыбнулась удача. Мы нашли еще один зонтик. Вот он, красавец. Мы его, наверное, возьмем. Какой-то он коричневый. Но мы его срежем все равно. Оп. Змея, что ли, там. Или червяк. Сейчас посмотрим. Оп. Ножку. Нет, отличный грибок. Берем. Короче, ходили, ходили. Нашли, на березке даже растут опята. Обалдеть, вон до верха прям. Круто. Вот это какие-то поганки. Ну, сейчас мы их срежем. Вот, посмотрите, какая красота. Супер. Опята. Вот столько мы собрали в Мусорском лесу. Сначала мы зашли, не густо было, хотели уже уходить. Грибники подсказали, где есть. Пошли по оврагу, нашли вот столько опят, собрали. Когда уходили, по дороге мы уже как-то случайно не попались, и то мы наступили. Попались нам беляночки. Вот один еще вроде более-менее уцелел. А третий вообще просто весь раскромсался. А нет, да, это вот, наверное, от третьего гриба. Ну, пожарим, наверное, с чем-нибудь вот эти белянки. Посмотрим, что и как. Ну, наверное, сейчас поедем в другой лес. Если там ничего не найдем, мы уже сейчас отошли. А если ничего не найдем, то, наверное, все пока на этом. Сегодня грибной день закончен. Ну, а завтра, наверное, не получится. По времени. В общем, вот такой вот урожай. Всем пока. Поехали мы попытать счастье все-таки после обеда. Нашли первую волнушку. Я ее уже срезал. Вот она. Обалдеть. Полазим. Сейчас мы в Ташле. Полазим в нашем лесу. В другом овраге, правда, мы на другой стороне. Вот. Пойдем дальше. Ребят, ну что, вот мы зашли, и сразу маслята. Они, видите, уже такие большие, но они не червивые. Мы уже вот их резали, смотрели. Наверное, масляток мы наберем. Сейчас ножку посмотрим. Отлично. Видите? Отличненько вообще.
ни червяков, ничего нету. Грибники подсказали, что здесь вот в молодом сосняке очень их много. Поэтому мы сейчас их будем собирать. Покажем вам, удастся ли нам набрать корзинку или нет. Давайте. А вот и второй рыжик. Сейчас мы его срежем. Здесь уже кто-то срезал, но, видимо, вот это пропустили. Теперь он наш, наш трофей. Ну вот, с сыном мы съездили, 2 часа полазили, набрали масляток немножко. Вот после обеда, когда мы поехали, рыжики, туда мы закинули груздик, тот самый первый, мы который нашли. И там вот поменьше. А это луговые опята. В воскресенье их собрали. Возле дома, кстати, росли. Не знаю, что с ними делать. Наверное, подсушим. Может, доберем на лугах, посмотрим. Завтра. Третий день будет грибной. Завтра я все-таки планирую поехать поискать вешенку. Попытать счастье. Ну, посмотрим. А пока все на этом. Давайте, всем пока.